Сегодня расскажу о люксметрии. Часто занимаюсь изготовлением разных светильников с использованием светодиодов. И часто приходится замерять их параметры. Для этого необходим люксметр. Можно его, конечно, купить, не так он дорого стоит, но самому сделать интереснее. Тем более, что этот люксметр позволяет хотя бы приблизительно, не точно, оценить коэффициент пульсаций источника. Заглянем внутрь. Собран Arduino. Arduino находится под экраном. С Arduino я вывел наружу кнопочку Reset, для того, чтобы можно было программировать, не снимая экрана. И вывел 4 вывода для программирования. Люксметр собран на плате готового датчика TSL2561. Питается от литий-полимерной батареечки 310 мАч. Она находится под платой снизу. Преобразователь 5 вольт. Давайте включим. Так, в верхней части показывает, собственно, уровень освещенности в люксах. Далее идет коэффициент пульсаций. В данный момент яркое солнышко, раннее утро. Пульсации от лампочек, оно хорошо забивает. Те пульсации, которые показывают сейчас, это из-за того, что я ввожу рукой датчик. Успевает среагировать на изменение освещенности. Ниже это эквивалентная мощность лампы накаливания при данной освещенности. То есть существует таблица в соответствии мощности лампы накаливания и освещенности, которой эта лампа позволяет добиться. Всего здесь позволяет отобразить до 200 Вт при освещенности соответствующей более мощности 200 Вт, показывает больше 200 Вт и дальше не меняется. Ну и напряжение батареи. Подсветочка включается. Второй режим. Построение графика освещенности. Вот он, импульс. Собственно, что происходит, когда я проношу карандаш. Люксметр этот собран на основе схемы из интернета. Ссылку я в своей статье на эту схему дам. Я ее немножко доработал, ввел возможность отображения эквивалентной мощности лампы, ну и немножко изменил шрифты, благо библиотека это позволяет сделать. Что еще хотелось сказать? Измерять вот эту вот эквивалентную мощность лампы необходимо на расстоянии 1 метр от источника света. То есть все измерения производить на расстоянии 1 метр. Если интересует просто освещенность на участке каком-то определенном, ну допустим, вот на поверхности стола, то на эквивалентную мощность можно не смотреть, она не будет как бы соответствовать реальной, которая выдает данный светильник. В торце разъем для подключения microUSB кабеля и зарядного устройства. С обратной стороны светодиод в данный момент работает
от аккумулятора синенький. Когда подключим зарядку, будет моргать на зарядке красным. Когда зарядится, будет гореть красный постоянно.